Всем привет, с вами канал Все про Android. Я понимаю, что данное видео будет не совсем актуально на данном этапе времени, но Android 10 уже стали получать многие смартфоны, поэтому я расскажу, как изменить форму иконок, как активировать другие шрифты и также изменить цвет акцента, к примеру, значков в строке уведомлений, цвет акцента посвеченных за надписей. В общем, давайте перейдем изначально в меню настроек. Нам необходимо будет активировать пункт для разработчиков. Для этого необходимо выбрать о телефоне и в самом низу выбрать функцию номер сборки, тапнуть на ней несколько раз, пока не появится надпись «Вы стали разработчиком». Функция активна, после чего возвращаемся вновь в систему и выбираем пункт «Дополнительно». В пункте «Дополнительно» выбираем пункт для разработчиков и идем в самый низ. Здесь нам будут предоставлены следующие возможности, о которых я говорил в начале видео. Итак, цвет акцента, выбор. Видите, меняется цвет акцента, меняются значки, меняются подсвеченные надписи. Вариантов не так-то и уже много. Далее, цвет и шрифт заголовка основного текста. Пока здесь только два варианта. Вариант по умолчанию и форма значков. Здесь несколько вариантов. То есть, как будут выглядеть значки, мы сейчас изменим и посмотрим для наглядности. Ну, к примеру, вот так. То есть, и так же у нас будут выглядеть все иконки. Иконки приложений в меню приложений. И, соответственно, ваши иконки на рабочем столе. Довольно-таки коротенькое видео. Думаю, многим оно будет интересно и полезно. А я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!